Власти многих стран советуют людям оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости. Знаменитости на своем примере показали, что самоизоляция – это не так уж плохо. Число заболевших коронавирусом растет с каждой минутой. На данный момент численность зараженных достигает 179 тысяч человек. Медики просят тщательно соблюдать гигиену и не покидать свои жилища. Этим советом воспользовались многие звезды. Белла Хадид сообщила, что уже четвертый день находится на карантине. Самая красивая женщина в мире времени даром не теряет, она оттачивает навыки идеального селфи. Модель поделилась кадром, на котором позирует без белья в укороченном свитере. Ее подруга и коллега Кендалл Дженнер откровенным фото предпочла творчество. Младшая сестра Ким Кардашьян запаслась масляными красками, кисточками и прозрачной палитрой. Дженнер не спешит показывать полученный результат, в отличие от Шэрон Стоун. Находясь на карантине, звезда «Основного инстинкта» принялась раскрашивать рисунок по номерам, который ей подарил на день рождения приятель Эдди. Звезда фильма «Чудо-женщина» Галь Гадот воспользовалась появившимся временем и занялась домашними делами. Актриса разобрала гардеробную и попросила поклонников беречь себя. Леди Гага посетовала, что не может увидеться с родителями, бабушками и дедушками. Но зато изоляции певицы рады ее питомцы. Звезда сообщила, что останется дома вместе с собаками, пока ситуация в мире не изменится к лучшему. Ранее Эмили Ратаковски сообщила, что вместе с мужем решила сесть на карантин. Российские звезды делятся своими методами защиты от опасной болезни. Рената Литвинова запаслась водкой, заменив ею антисептики. А Анастасия Волочкова утверждает, что от болезней спасает лед.